Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шоу Стрибум. Друзья, сегодня хочу поделиться с вами очень вкусным, ароматным рецептом приготовления вкусной рульки. Рулька готовится довольно очень быстро, вернее, нет никакой заморочки. Замариновали мясо, отправили в духовку, ждем 2 часа и получаем вкуснейшее мясо. А как я его готовлю, смотрите. Поехали! Вот такие у меня красивые две рульки, очень мясные, где очень мало жира. Выбирайте обязательно мясные рульки. Готовим вкусный маринад для рульки. Это у меня чайная ложка молотого кориандра. Семена горчицы чайная ложка. 2 чайные ложки сладкой молотой паприки. Чайная ложка сухого чеснока гранулированного. Молотый имбирь сухой, пол чайной ложки. Сушеный тимьян, пол чайной ложки. Молотый черный перец по вкусу. 2 чайные ложки соли. 2 чайные ложки вкусного сладкого меда. И примерно 2-3 столовые ложки соевого соуса. Все это хорошенечко перемешиваем. У нас должна получиться кашица. Хорошенечко смазываем рульки, даем замариноваться хотя бы 2 часа, вообще желательно оставить на ночь, тогда рульки получатся вообще ароматные. Хорошенечко натираем рульку, массируем, накрываем пищевой пленкой и оставляем мариноваться. Уже аппетитно выглядит. Вкус и аромат, уверен, будет просто обалденный после духовки. Рульку отправляем на пергамент. А под пергаментом я устелил фольгу. Заворачиваем и отправляем в форму для запекания. Ну все, друзья, сегодня обещает быть ужин очень вкусным, очень ароматным. Отправляю в духовку, выпекать буду при 190 градусах примерно 2-2,5 часа. Друзья, вот такая рулька на праздничный стол, это просто бомба. 2 часа я запекал в закрытом типе фольге. На полчаса я раскрыл и довел до красивой корочки. Вот такая вот красота внутри. Вкуснее колбасы и всего остального, друзья. Очень вкусно, очень ароматно, готовится легко и просто. Обязательно попробуйте. Обязательно нужно попробовать на камеру. Пробуем. Уверен, такое блюдо украсит ваш любой праздничный стол. Готовится легко, просто, очень ароматно, очень вкусно. Готовьте вместе со мной. Не забываем комментировать, подписываться, кто не подписался на мой канал. И также делиться с друзьями. А я с вами прощаюсь ненадолго до следующего видео. Всем пока, друзья!